В поселке Краснополка Корсунского района проживает 600 человек. Для получения медицинской помощи раньше жители обращались в старый медпункт, который располагался в неспециализированном помещении с печным отоплением и, соответственно, не отвечал всем современным стандартам оказания качественной медпомощи. Проблему решили в прошлом году, начали строить новый медпункт. В селе Краснополка у нас открылся новый ФАП, модульный. Старое здание было глиняное, можно сказать, все худое. Натопить тоже зимой было очень сложно, всегда было холодно. Дров требовалось очень много. Газовое отопление, холодная и горячая вода теперь для пациентов не роскошь. Все помещения пункта соответствуют современным стандартам оказания медпомощи. Здесь есть отдельная санитарная комната для инвалидов, специальное помещение для хранения лекарственных препаратов. При входе установлен пандус. Фельдшер Валентина Николаева работает в селе Краснополка уже более 37 лет и очень рада открытию нового ФАПа. Сейчас в комфортных условиях она принимает по 10 пациентов в день. Здесь могут люди получить услуги. У нас будет здесь ЭКГ, будет здесь. Мы делаем процедуры. У нас диспансеризация проходит. Выезжают врачи сюда, делаем перевязки, детские процедуры, прививки мы делаем взрослому населению, детскому населению делаем. Ну, все, что по назначению врача, и сами также делаем вызова, ходим на вызова, люди обращаются. На строительство ФАПа в Краснополке было направлено более 7,5 миллионов рублей. Всего в прошлом году в Ульяновской области по нацпроекту здравоохранения построили 15 новых модульных ФАПов. На этот год запланировано строительство еще 6 новых медицинских пунктов. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.